Да, на самом деле автомат Гаджи, это же, блядь, титан, который тяжеловесов просто рубит. У него руки скорострельные, масса 115 килограмм. И он мастер спорта и тайский боксер, и чемпион топ-дога практически. Я не знаю, что будет дальше. Типа, с такими людьми мне еще не приходилось поринговаться. Но страшно ли мне? Ну, честно скажу, нет, не страшно. Ну, типа, нет такого страха. Ну, если нокаутируют, ну, упаду я, ну, проснусь. Не убьет же насмерть по-любому. Поэтому все нормально будет. Ну, а это еще надо сделать. Ну, что, драться умеет. Сейчас посмотрим, проверим. Надеюсь, он меня не уронит.